В зону специальной военной операции он отправился одним из первых, в самом начале. Втайне от близких заключил контракт с Министерством обороны России. Сергей Глухов, железнодорожник по профессии, сын бывшего начальника ГУВД Самарской области, рассказывает, ни минуты не сомневался в своем решении. Я считаю, что это вообще, в принципе, священный долг любого человека, патриота своей родины, защитника. Если честно, не люблю много разговаривать. Ну, получилось так вот. Родина оказалась в сложной ситуации. Встал, поехал. Сегодня в военкомате Советского и железнодорожного районов Самары Сергею торжественно вручили удостоверение ветерана боевых действий. Вам, как участнику специальной военной операции, вручается сегодня удостоверение ветерана боевых действий. Спасибо. Это удостоверение дает вам право на определенные социальные льготы. Служба по контракту – дело добровольное. Она позволяет проявить себя и материально обеспечить семью. Стать контрактником может любой совершеннолетний гражданин, признанный годным по состоянию здоровья и имеющий среднее образование. По вступлению сейчас у нас идет по упрощенной программе. За 2 дня люди поступают. И убывают несение места службы. После возвращения домой участники СВО получают статус ветерана боевых действий. Им предоставляют льготы и привилегии федерального и регионального уровня. На них распространяются льготы как участника боевых действий, вручается всем удостоверение участника боевых действий, которое дает неоспоримое преимущество перед гражданскими пенсионерами. Это и льготный проезд в транспорте, льготная оплата жилищно-коммунального хозяйства, ну и другие льготы предусмотрены федеральным законом. Военный комиссариат вместе с администрацией города и районными властями всегда на связи с семьями военнослужащих и при необходимости готовы оказать поддержку. Галина Топилина, Константин Головин, «События».